Три недели назад комбинат по благоустройству засыпал улицу Брестскую вот таким крупным щебнем, и причем в несколько слоев. Ну, как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. Если раньше здесь было сложно проехать автолюбителям, то теперь даже пешеходы затрудняются здесь пройти. Вдобавок к этому мамочкам с колясками и детям на велосипедах также приходится несладко. Как говорят местные жители, засыпка дороги – это не их инициатива. Якобы в администрации железнодорожного района решение приняли самостоятельно. На данном участке дорога была совсем хорошая и ровная. Как видите, засыпали те участки, которые не нужно было засыпать. Но мы люди понимаем такие, мы реально смотрим на вещи, мы понимаем, асфальт нам сюда не пойдет. Если сильный дождь, это до первого ливня. Ну, сделайте хотя бы по-человечески вот это, вот не порнография. Вместе с жителями улицы Брестской по новой дороге прошелся и гендиректор АТВ Дмитрий Турченюк. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, работа не окончена. Даже щебень засыпали лишь кусками. Я туда звонила 2 недели назад. Они изначально сказали, вы не переживайте, мы в 3-4-дневный срок вам доделаем. После этого работ никаких не проводилось. И буквально на этой неделе я снова звонила, разговаривала с диспетчером и с мастером по участку, по данному. Да, он сказал, что вообще работ на нашей улице не наблюдается. То есть в планах их нет. Свяжемся с ЖД администрацией, определим, вообще узнаем, что планировалось изначально и, собственно говоря, что они планируют, как завершать. Ну и будем действительно просить об этом, как-то мотивировать, стимулировать, чтобы выполнили работу. Как объяснили в железнодорожной администрации, это плановые работы, которые висят еще с 2018 года. Из-за нехватки финансирования отсыпку перенесли на текущий год. После нашего обращения спохватились в администрации и в комбинате по благоустройству одновременно. Теперь сроки сократились до 2 дней. Грейдирование там невозможно было выполнить на тот момент, потому что там были ямы, были рытвины, то есть нужно было сначала отсыпать. Никакого обращения не было о том, что там работы затягиваются или какие-то, ну, по такому вопросу не было. То есть сейчас мы, конечно, отреагируем, съездим совместно с комбинатом, завтра прям с утра туда выйдем, посмотрим, что да как, почему затягивает. Ну, много работы у нас, то есть здесь начали, в другом месте было, ну, важнее сделать, был провал дороги, туда возили щебень, сейчас закончили. Что касается улицы Брестской, да, дорогу отсыпали сейчас щебнем. С завтрашнего дня мы заходим засыпать это все крошкой с проливкой, водой. Ну и потом это будет укатываться, будет нормально. Мариам Восконян, Владимир Попов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.